что на самом деле происходит с украинскими зарплатами. Почему в Украине рисуют такую радужную картину на фоне такой мрачной реальности? Почему средняя зарплата по стране стабильно растет? Даже 10 тысяч гривен уже этой осенью обещают. А вот ощущение, что за работу платят справедливо, у большинства украинцев все равно нет. И почему даже те, кому зарплату стабильно повышают, все равно вынуждены считать копейки? В теории зарплатной относительности разбиралась Инна Томина. Как превратить скромную зарплату чиновника в загородные дома, элитные машины и картины? Для украинских госслужащих это проще простого. Они легко меняют законы, математики. Судьи и прокуроры, которые получают по 3000 гривен, живут в особняках. А бедные налоговики и таможенники владеют целыми автопарками. Для нашей страны такие парадоксы – норма. Ведь под скромными вершинами официальных зарплат скрываются айсберги взяток. До державної служби було відношення як до такої годівниці, де люди шукають можливість заробити грошей в незаконний спосіб. Сколько же реально получают украинцы? По данным Госстата, средняя зарплата наших сограждан 11 тысяч гривен в столице и 7 в регионах. Но эта цифра, как и средняя температура по палате, весьма относительна. Ведь реальная картина смазана конвертами. Бизнес у нас в глубокой бухгалтерской тени. Казалось бы, чуть яснее ситуация с бюджетниками. Точнее, с простыми бюджетниками. Добрый день. Добрый день. На огляд? Да. Пожалуйста, прошу. Так спокойно начинается дежурство акушера-гинеколога Галины Поломарюк. Но как закончится ее рабочий день, не знает никто. В любую минуту в отделение могут привести роженицу. Людина пациенту тобі доручає найдорожче – це життя, здоров'я, і ти відповідаєш, не маєш права на помилку. І дуже часто, і дуже обідно, тому що не оцінюється наш труд державою. Зарплата Галины чуть больше минималки. И это со стажем, категорией, ночными дежурствами и с процентами. Ставка лікаря с первой категорией, так как у меня, это 4000 гривен. Я отримую. Там есть доплата за стаж, но потом все відрахування так и получаешь 4000 гривен на месяц. Прибавить 25% к получке медработникам обещают в этом году. Но пока все без изменений. Работают за копейки. Как и учителя, коммунальщики, мелкие чиновники. Словом, все те, у кого нет доступа к бюджетному калькулятору. Как, к примеру, услуг народа. За два последних года они себе успели дважды повысить зарплаты. Я не голосовал за повышение зарплаты, что я знал, на что я иду, когда сюда баллотировался. И понимаю, что людям, которые так не любят Верховную Раду, им слышать о зарплате 28-29 тысяч гривен неприятно. Близко 30 тысяч гривен на деятельность народного депутата Украины. Ні, не вистачає. Но если госзарплату нельзя повысить себе с помощью закона, то ее можно значительно улучшить благодаря премиям. Сейчас в Украине для госслужащих оклад устанавливается по-разному. В сумме, которую получают на руки, 30% оклад, остальное – разного рода доплаты. И это широкое поле для финансовых маневров. Деякі керівники поводять себе, мені здається, м'яко кажучи, нерозумно, іноді нахабно, коли виписують собі по 300-400% премии. Прикрыть премиальную кормушку в этом году решили депутаты. Теперь доля оклада в зарплате будет составлять 70%. Правда, норма эта вступит в силу не сразу. Немного времени для гособогащения у чиновников еще есть. Эта норма вступит в дію, начинает діяти лише с 2019 года. Поступово до этого часу чиновникам будут поднимать сам оклад, так? А премия в размере там не больше 30% начинает діяти с 2019 года. А пока можно, не стесняясь, поощрять себя за труд. Например, керівництво НАЗК в один момент отримало премию сразу за несколько месяцев, и она сягнула там 300-200 тысяч гривен. Но есть в Украине и топ-менеджеры, зарплаты которых даже без поощрений вполне могут выдержать мировую конкуренцию. Это новая каста государственных миллионеров. Судя по декларациям на сайте НПК, рейтинг дорогих чиновников примерно следующий. В топе Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», получает более 1,5 миллиона гривен в месяц. Президент «Энергоатома» Юрий Недашковский трудится за 300 тысяч гривен. Примерно такие же зарплаты у глав Нацбанка, администрации морских портов и у руководителей целого ряда госпредприятий. В списке самых дорогих топ-менеджеров и глава «Укрпочты» Игорь Смелянский. О своей зарплате говорит открыто. 333 тысячи гривен в месяц. Я разумею, что для большинства населения Украины ця заработная плата выглядит надто великою.
Для мене особисто це заробітна плата, яку я отримував 10 років тому, коли закінчив університет Сполучених Штатів. Такие зарплаты действительно оправданы, чтобы отбить желание руководителя брать взятки. И выглядит это честнее, чем оклады у директоров в 3200. Проблема лишь в контрасте. Рыночные зарплаты получают единицы, а мизер – миллионы. К примеру, на сайте вакансии того же почтальона ищут за 5000 в месяц. Я за то, чтобы... Дійсно, люди отримали нормальні заробітні плати. Це не гарантія, що люди не будуть воровати. Ні в коєму разі. Це не гарантія. Але це дає можливість залучати якісних спеціалістів. Но разрыв между зарплатами колоссальный. И квалифицированные специалисты, которые не умеют играть в зарплатные считалки или приумножать свой доход с помощью взяток, чтобы выжить, вынуждены трудиться на нескольких работах. Или уезжать из страны туда, где зарплатная арифметика честнее. Міграція медичних кадрів зараз дуже. Особливо виїжджають молоді спеціалісти, кваліфіковані, перспективні. Інна Томіна, Ольга Паламарюк, Наталія Шумакова і Андрій Нерковой. Подробності неділі. Телеканал «Інтер».